банка с крышкой на 1,5 литра. Пластиковая крышка. Такая мощная. Банка стекло. В ассортименте чайники вот такого цвета на 1,5 литра. На литр, а я 1,5. Видите, вон еще. На литр. Так, появились вот такие с использованием краника. Вот он лежит здесь. Баночки и большие, и маленькие. Это хорошо, можно под 3-литровые. А это какая? А это, наверное, двушка, я думаю. Здесь опять нет, не написано. Вот это трешка, это точно. Вот он, видите? Краник там лежит. Хорошо под соки, под... Только цена какая этих банок, надо узнать. Обязательно. Так. Смотрите. Такие красивые. Что это? Это тарелка сервировочная. Вот в таком круглом, продолговатом. Квадратный такая. Два типа. Продолговатая, вот такая круглая. И углы. Видите, круглые, квадратные. Закругленные углы. Так, это что? А, это минажница. Это минажница. Вот она. Так, сейчас. Вот минажница. Вот такая минажница. Так, цены опять нет. Не вижу цены. Какая цена минажницы? Цен нет вообще. У нас товарка, цены на более везде стоят. А здесь вообще цен нету. Так, я еще спрашивала про доску. Вот эта доска 99 разделочная, такая толстая, плотная. Вот эта доска сделана в России. Не тупит ножи, имеет большой срок службы. 15×25. И материал такой мягкий, мне кажется. Не знаю. Так, это что? Подставка для горячего, 3 в 1. Тоже цены нет. Вот она так ставится. Видите? Размеры ее все написано. Цвета в ассортименте. Так, дальше. Вот такие. Смотрите, ковшики. Такие. Цвета в ассортименте. Набор совочков. Кита. Цвета в ассортименте. Пластиковые. Так, это 199, вроде как мне сказали. Вот такая подставочка для кухонной принадлежности. Вот так она выглядит. Смотрите. Kitchen. Цвета в ассортименте. Так. С контейнером. Вот такая. Сейчас перевернем, почитаем. Так, большая терка, ручка, снижает риск травмирования, удобно лежит на руке. На дне контейнера придет небольшая основа. Сейчас мы развернем и посмотрим, что это собой представляет. Потому что я какую-то брала, вообще полная фигня называется. Так, сейчас, секундочку. Ручку я сняла с нее. Смотрите, вот так сюда вставляется. Здесь ничего нет, просто вставляется. Не знаю, как тереть. И вот такие здесь крупные, дальше еще крупнее, мелкая. А это какими-то узорами. Но она вот так вся, не знаю, может, я неправильно вставляю. А вот, вот все, она села туда, нормально. Она должна позывом туда сесть, вот такие пазики, и все, и тереть. Вот так она складывается. Ну, опять, мне кажется, неудобно. Наши такие, которые были, терочки, нормальные. Мне кажется, это неудобно. Так, убираем назад. Китай.
одноразовые стаканчики, вилочки. Так, здесь мы зашли в другой отдел. Здесь полно всяких. Это у нас тоже есть все. Ну вот так, покажу вам. Так. Еще что тут интересного? Здесь пусто, здесь ничего пока не висит, все разобрато. Так. Пойдемте в другой отдел. Так, это тоже у нас есть товарка в магазине. Я смотрю, чем отличается. Да ничем, один и тот же товар. Я думаю, эти товары также привезли к нам на поселок Товарковский. Так, это уже канцелярка пошла. Это все для школы, папки. А, здесь такие папочки всякие. Так, ну тоже тетрадки, все эти альбомы. Очень много. Я думаю, у нас тоже есть. Спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Это город Богородицк, где раньше был на пожарке магазин «Пятерочка».